Здравствуйте! Мы снова в тайге. И в этот раз мы уже заехали дальше Вологды. Отправился я в тайгу с Серегой. Он меня пригласил. Вот уже у нас подзамерзло немножко. Все видео я вам покажу. И этот аппарат и в работе вы его увидите уже немножко позже. Продолжайте смотреть видео. Подписывайтесь на канал. Не уходите никуда. Опустило болото. В прошлый раз мы даже нисколько нигде не задевали. Да? А сейчас чувствую, опустило. Вот теперь туда была, и она опустила. Сейчас тем более подушечка сверху. Явно. Под ней уже дышит земля. Как колья? Может, посмотрим? Блин. Ну, я имею в виду проталим. Заросло. Пить уже чистить надо. Капитально. Ой, нафиг надо. Не, вообще... дороги есть не будут никто. Природа чистит. С одной стороны, да. Что не надо чистить? Мне там никаких интересов каких-то. Ты я там из баланса устраиваешь. У меня нет лично. Зачем это все будет чистить? Не будет дороги. Полотенки выезжаем, да? А? Полотенки выезжаем? Да, сейчас будет твердая дорога. Ну как твердая? Все равно здесь уладить не поедешь. Уже будет, не будет там торпа такого. Здесь как будет, там можно вполне уже. Обещали, вроде морозец, а снег. Да. Сейчас еще полнолуние. Вчера был моментик-то ясный вообще. Да. Вчера было бы вообще-то здорово было. Так это спасибо. Лужа что ли такая? А? Ровно больно, лужа такая? Ну, лужа, конечно, это все. Все это лужи замерзшие, внизу там торф и всякое время. Потому что у него недельное давление маленькое. Я думаю, мы еще как-то поверху ползем. Сами проткнет и тут же вылазит, видишь, у нас вылезло. Наверх. Ну,
На снегоходе заехать, на машине не подъедешь, а на снегоходе можно подъехать. Не, на снегоходе я туда приезжал, но это вот я петлю делаю через Свабовки. Вот они здесь квадриками переправляются, ну-ну. Потом вот сюда идут направо, даже со снеги, и на переволок, и там уже шкодуются везде. А раньше вообще я поднимал это. Да. Ручей. Мы раз тут мост построили. Ездим. Давайте. В следующий раз поедем. Моста нет. Вот, видать, хорошо вляпался. Пока его выдирали, этот машину, весь этот мост разобрали. Опять строить. Два раза строили здесь этот мост. Ну, вроде как бы тут ничего, да? Дырка, зараза, такая большая, глубокая. Больно-то, да. Больно-то тут это. Не забалуешь, может провалиться, может не горюй. Не пониже, ну почему? Пониже не заедешь. Ну вот в этом районе, да, вот здесь вот там, в Сосничке, вот, да, вот севернее, лося было много, кстати. Видел следов, да хрена я здесь. И лухаря тут тоже было. Прям по дороге тут бегали. Народу много. Хотя я бы не сказал, что здесь много народу. Здесь три раза в год, вот еще, вот так, что шляются, народу нет. Почему-то... Не, по охоте, да, конечно, это не это. Не могли выпить, нет, это же не рыба. Нет. Здесь как бы люди случайных тут нету. Так, чтобы на машинах ездили, вон, где-то вот, да, вот как бы взять ровчик, там еще где-то там, там то и дело машины, и у всех там птица есть, все стреляют, да, все охренели, уже стреляют, и глухарь, и тетерок. Без разбора лишь бы что-то добыть, это ненормально, конечно. Они не думают, если едем с ним, да, а он не думает о них. То им-то ни хера не останется. А здесь кочетинный ток-то недалеко. Так что не все потеряно. Пятерочка пролетела. Что-то было. На ходах. Как пуля чуть-чуть помедленнее это, утки. Она как пуля пролетела. Ее даже и снять-то не успели. Да, камера была выключена. Но... У нас, по сути, это... оружия-то нету, вон. Все зачехлено, да? И, по идее, должна сидеть и позировать. Глухарка? Тетерка или глухарка? А, тетерка. Нет, глухарка, это глухарка. Ты видишь ее, да? Я вижу. Ну, не знаю, как на камеру. Пошла. Вон она идет. Живот. Все. Ну, не улетает, а так, пешком ушла. Пусть идет. Спорится. Не за что. Не надо мне его. Разве можно такую красоту устроить? Главное, чтобы она на камеру попала. Да. Тогда не буду я быстро ехать, Саша. Быстро едешь, ни хера не видишь. Так она сидела где-то 1.20-1.5 метра, не больше, на сосенке. Но и она попала в камеру. Должна попасть. Может, здесь волк может быть. Волк получает нечего в груди. Так дичи малые звери. Каким удобно. Он сидит, по-моему, он на гирю сидит. Он прямо берез, сосна вылетит. Перелетела. Пятерочка. Серега говорит, здесь где-то сидит. Не вижу. Упор не вижу. Собачку надо. На один день я Тимоху не стал с собой брать. Как классно в лесу. Ладно. Вот на такой технике мы едем. Вообще шайтан. Обзорчик вечером, наверное,
побольше сделаю. Сейчас пока едем. Техника серьезная. Сделано по уму. Настроение посмотрим, потом посмотрим, будет работать. Тоже место симпатичное. Конечно, сосновый год, как парк. Банька у них через бок стоит. Я вот у них баньки не был, я давненько у них уже не был. Мостик был прям на баньку, специально по... Не знаю, перила сделали или нет, но будет мостик. Пробежаться, сделать обзорчик. Живое, а главное, живое. Обзорчик избы Сани могилы. Давно я не был, баньку я не видел. Вот техника наша разворачивается. Тоже. Серега серьезно, конечно, сделал. Классно. Молодец. До баньки, наверное, не пойду. Покататься. Избушка довольно старенькая. Сейчас вот ей занялись посерьезней. Подшаманили. Люди живут уже. Все у них висит. Перестановки большой нету. Навряд ли здесь еще хорошо видно. Печка вот тут, да? Отдельно. Старенькая уже избушечка. Но обновы есть. Обновили ее. Весло, все. Красиво. До баньки, наверное, ребят, не пойду. Как бы. Думаю, она тоже обыкновенная, небольшая банечка. Смотреть. Особо не на что. О, танк. Супер. Поедем мы сейчас кататься дальше. Надо заходить. Говорят, даже в интернете надо найти. Там есть, ну, наверное, на сайте. Ну, знаешь, как, или Водновский музей. А есть такой, да? Есть, на Водном музее. 100% будет, значит, там музей. Должно быть. Они же тут занимались, у них кони были, они сено косили, они дрова заготавливали. Тащили. Это, слушай, это что, все потомки Рочева, что ли, были здесь, да? 8 домов стояло, ну там уже, наверное, это, не знаю насчет геологов. По-другому как-то же девок выдавали. Вот он, легендарный переволок. Да уж, легендарный. Не на каждой речке такое было. И пусть. Слушай, мы в прошлый раз были, Сань. Да было до хрена. Отпустила? Отпустила, я тебе говорю. Вот так на порогах, вот там вот было более-менее так это открыто. А тут вот это все замерзшее было, все замерзшее. И знаешь, торосами было замерзшее, ну как это, шубой было вот так замерзшее. А там открыто все было. Я еще почему, думаю, ледобур взял, порыбачь, где-то будешь ледобур рыбачь. А посмотрим, что там повыше. Если вот на том плесе, то... С Амлаговского можно. Да, ну там можно с этого. Нет избы, а от избы, вот, ну, которая строится, куда еще дорога, конец, ну то есть все, дальше дороги нету. Там спуск как раз... Ну я понял, но это выходит спуск на поляну. Спуск на поляну, на сенокос. Вот, ну, вот я оттуда пешком и начинаю ходить, оттуда на лодке от себя подъезжаю, и сюда пошел пешком. Техника, огонь. Огонь. Огонь, огонь. Супер. Вот творец техники. Творец. Этой. Да. А как вообще получается? Творец. Задумки, все. Форвардс? Да. Красота. Красота. Летом тут красиво. Особенно, когда вот тут вот цветет все. Знаешь, вот это так красиво. У меня фотографии есть летние вот эти. Вот где-то в начале июля. Вот это тут вот начинает этот... Как он называется? Иван-чай? Ну-ну. Иван-чай только начинает тут подсвести. Вообще красиво. Вот около той черемухи стоял последний дом. Сейчас как вылетит какой-нибудь глухарь.
С палочки. С рогами. Да, а у нас и это, и оружия-то нету. Стоп-кадр сделаем все. Там вдалеке речушка. По целине-то хреново идти. Конечно. Вот речка замерзшая. Тут вон стоит лед. Почему мне? Стоит? Ага. Это мы сейчас ниже Бузгана на плесе находимся. Ну и не зайчонок, слушай. Это может быть этот, горностай или... Ну да ну, большие лапы. Горностай там еще нет. Что, у нас маленький зайчонок это? Да я думаю, что... Не вырос еще. Да? Прихватило морозиком, не вырос. Ну, это уже другое. Это белка. Это белка. Хорошо по снегу все видно. Кто прошел. Мы выходим на полянку. На нашу полянку. Да избы рукой подать. Ну ногами тяжело туда добраться. Да, да, да. Не, ну тут чисто что? Только на лыжах по берегу. По речке, да. По краюшку. Можно бурить? Слушай, тут можно грохнуться сюда. Смотри, осторожнее. Нет, тут и трава еще. Забереги тут хорошие. А бурить? Да. Лыжи надо. Блять. А кто это? Это выдра. Ага. Это выдра. А там прямо аж на брюхе ползла. Я знаю, где-то здесь ямка начинается. Вот он по ямке на брюхом. Сейчас я отсюда. Она ищет где-нибудь это, занырнулась, это выдра. Серега боится, что я провалюсь. Я так приближу. Вот она, выдра на брюхе каталась. Оп, потом дальше немножко пробежала и опять. Выдрочка живет. Вот откуда тут рыба будет? Нет. Я так уже просто говорю. Просто вот здесь вот как раз места. Здесь все время с рыба. Настоящие охотники, рыбаки так. Давление высокое. Значит, ветер шумит и прочее. А не проще сказать, что рыб-то вообще нахуй нет. Извиняюсь, выражение. Да, да, да. И вот она начинает, там, рыбы нет, вот она не клюет, давление высокое. Вот мы в нашем районе. Сейчас пойдем. Пойдем. Сейчас смотри, Саша. Вот сейчас там, смотри, вот она. Ребят, смотрите продолжение нашей поездки. Мне она очень понравилась, я остался доволен. Чудесная техника. Сергей просто молодец. Подписывайтесь на канал, я имею в виду зрителей, кто еще не подписался. Ставьте класс. До встречи, друзья. Побежала она, конечно, туда. Я хочу посмотреть, откуда вышла.